В микрорайоне Коренёва приступили к капитальному ремонту фасада жилого дома. Его построили 14 лет назад, но многие жильцы его сразу назвали аварийным. Почему многоквартирный дом, построенный в 2000-е, были вынуждены включить в программу капитального ремонта, разбирались мои коллеги. Этот дом на улице Лорха построили и заселили в 2008 году. Жильцы справили новоселье, но их радость быстро сменилась печалью. Дом, словно из песка, начал рассыпаться на глазах. Жители всех 235 квартир забили тревогу. 14 лет – это не срок для нового строительства. Но застройщик подошел на тот момент абсолютно безответственно, халатно. Можно долго перечислять проблемы, которые были связаны с этим домом. Фасад и кладка были уложены в квартирах абсолютно на всех этажах, не закрепленные, не армированные. По словам жителей, при малейшем прикосновении кирпичи вываливались из кладки. После частичного обрушения фасада комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о незамедлительном включении дома в программу капитального ремонта. Выполняется капитальный ремонт фасада с усилением несущих конструкций. К работам приступили мы в июле текущего года. Дом сложный, требуется демонтаж кирпичной кладки. Проведено уже 98% демонтажных работ. Здесь произведут монтаж вентилируемого фасада, который облицуют керамогранитом. Работы планируют завершить летом. Всего на текущий год в округе планируют отремонтировать 135 многоквартирных домов. По 94 адресам все работы выполнены. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.